Здрасте. Вот коммунары. Полиция вот здесь. Они. Почему ночью-то производятся работы? Да их в этом управа, спрашивайте. А где управа? Да, они когда ломают, они есть управа. Они сами из управы все? Да, они все из управы. Здрасте. А почему ночью грохот такой, спать нельзя? Управа работает, не все вопросы ставят и управа. А милиция что, не пресекает? Документация, но это вышестоящий орган. Кто выше? Управа над вами вышестоящий орган? Это с каких пор там? Представители, вот есть какие-то вопросы по документации, там еще согласование, если не начните, пожалуйста. Не, ну ночью шумят, понимаете, спать невозможно, я пришла, вообще проснулась. Нарушение закона о тишине. У вас услышали, не нарушать. С кем? Буравин? С Буравином будете решать? Почему у нас такой грохот стоит? Так, сейчас, конечно, буду пить. А что, смотрите, да? Ёптайна, что ты хочешь? Что ты хочешь? Милиция. Где полиция? Ночные работы запрещены. По закону о тишине. Ты кому рассказывал? Кому ты рассказывал? Ночное время. Да нет, не просто какие-то добрые. Вот, нет, здесь управа и закон федеральный, так как еще нет. Вы на чьей стороне? На управе или на стороне закона? Закон о тишине существует, федеральный. Вы обязаны пресечь ночные работы. Вы в курсе этого? Или вам надо учить? Котов. Котов? А ну, зовут вас как? Зовут вас как? Для чего это? Не, вы поймите, мы не какие-то эти пришли. А мы на вас жаловаться будем. Какой у вас тут номер? Я начальник. Согласовано что с вашим начальником? Ну что? Что согласовано? Ночная работа согласована? Дайте мне телефон Буравина. Он сейчас позвонит. Прячется. Молодцы, все прячется. Вы кто такие вообще? Фу, газом воняет. Фу. Сейчас взорвется нахрен баллон. А что, они с собой что ли принесли эти баллоны? Здравствуйте, вы кто? Здравствуйте. Ты что это делаешь? А кто вот это? Вот что ты делаешь? А кто пошел это? Пошел вон отсюда. Че? Нетериально, да, пошел вон отсюда. Жень. Ой, Жень. Здесь опасная ситуация. Они газовые баллоны здесь в гараже держат. Что мы делаем? А? Что мы делаем? Что, а что вы прячетесь? Что, боимся? Что прячетесь? Не трогай. Слышь, не трогай мою камеру. Выйдите с этой территории, это частная территория. Пошли вон отсюда. Быстренько. Быстро. Ой, быстро. А? Кто есть? Тима, я тебе серьезно говорю, пошли. Так, здесь отсюда. Машина, они вскрыли. Охренеть. Выходи быстро отсюда. Откуда приехал такой? А ты что, не бандит? Что давай быстро, делал? Быстро что отсюда. Ты мою машину вскрыл. Ни хрена а себе. Что ты сделал? В чужое имущество лезешь. Я не лезу. Кто ты такой вообще? Где ты взял? Видела, все заснято. Так, стоять. Держим. Они вообще-то чужое имущество лишили. Документы. Описание суда, где у нас? Какого суда? Нашего, российского, гражданского. Чего это там показывает? Читайте вслух. Вслух. Правительство Москвы, управа района Ясенево. Фамилия. Города Москвы. В удостоверении 43-900. Федорович Алексей Александрович, консультант. Что теперь без суда? Должен быть без суда. Уже без суда сносит. Кто это сделал? Давайте, это моя машина. Ты что, спишешь? Гнать погаными тряпками, санами. Еще скажи спасибо, что в морду не получил. Они волчком ходят, и мы будем ходить. Вон из управы. Вот. Вон из управы. Да, вон из управы. Покажите документ. Документ на слайд покажите. Так, что нет, восстановление? Нет, так. Документ.
Вы другое покажите. Решение суда, что вы имеете право. Черемушкинского хотя бы, для начала. Незаконный самострой. Незаконно, вы здесь находитесь. Вы выйдите отсюда. Выйдите, выйдите вы отсюда. Так, кто открыл, кто ему открыл гараж? Кто открыл? Вы вообще, если представитель закона, вы должны действовать по закону. Не ночью. Так, кто открыл мой гараж? Мне интересно очень. Молодой человек, представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Ваше имя, фамилия, отчество. И кто? Покажите бумагу, где это написано. Покажите бумагу. Покажите бумагу, где это написано. Мы здесь 20 лет стоим. Что дальше? Бандиты, что ли? По-бандитски ночью, что ли? Бандиты, я спрашиваю, ночью, что ли? Бандиты? Тихо, вы сюда можете зайти на основании документов, подтверждающих, что это захват земли был размещен. Документ может размещен быть в туалете. У вас, пожалуйста, на руках есть это или нету? Кто вы? Постановление правительства Москвы о том, что эта Москва, эта земля захвачена, и вы ее должны освободить. Пожалуйста, покажите документ. У вас было размещено уведомление. Это не документ. Документ, пожалуйста, покажите. Уведомление дается каждому собственнику под расписку, чтобы оно вступило в законное действие. Ваши документы, пожалуйста. Ваши документы, пожалуйста. Мы собственники, мы сейчас пришли. Кто вы? Я представился. Да вы представились, я представляюсь, извините меня. Папа Римский. Ну, я вы верите, не верите. Да служебное удостоверение. Вы покажите мне удостоверение и к этому удостоверению предписание, что вы еще можете привозить. Говорю, еще так, раз. Понятно. Действия ваши незаконные. Вы нарушаете. Незаконно ваше удостоверение. Вы не. Вы незаконно, незаконно действуете. Так, газовый баллон. Вот это вот снимите газовый баллон. Да, газовый баллон обязательно. Я пришел. Охренеть. Давайте, давайте, ребят, бегите отсюда. Сейчас ФМС вызовем. Быстро. Быстро дуйте отсюда. Быстро. Берите свой инструмент и быстро валите отсюда. Быстро, чтобы больше вас не видела. Газовые баллоны чьи? Людей. Каких? А, вы в гараже взяли? Незаконно. Пожалуйста, отключите. Отойдите. Фу, отойдите на окон, сейчас баллон взорвется. Пол пятого утра спать людям не дают, совсем охренели. Блять, ну раньше как-то в этих сводках их разыскивает милиция. Теперь все рожи. Не, найдут! Теперь все рожи наружу. Наружу, ну, да, 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 да. Шестерки, блин, прибежали. Шестерки они. А шестерки, это вот, которые да вот, из которых рождаются вот эти вот все, понимаешь, гомосексуалисты, вот это вот, которые насилуют по ночам детей наших, понимаешь ты, вот да, насилуют. Конечно. Вот, видишь, он же, смотри, какая у него рожа, блядь, понимаешь, аккуратненько, интеллигентно, наверняка хороший вуз закончил. И он идет грабит по ночам. Он вуз закончил, у него не видно по лицу, чтобы да он видно закончил. У него, пидорастенок. Как не видно. Мама-то ваша не волнуется за вас, а? Не стыдно вам перед вашими родителями, родственниками? Где вы по ночам шляетесь-то? С женами? Кто у вас там еще копейка-то есть? Копейка-то какая? Копейка сладкая, он же потом блядь, на них проституток покупать будет. Понимаешь ты? Им проституток нужно. Деньги-то бешеные, ночные. Он сейчас пойдет в 7 часов утра платить, блядь. Так ведь кто даст? Предатели Родины! Ой, отойдите, там опять баллон, значит, сорвется. Свидание. Значит, Леснёвым на выход. Опять приварили ворота.
Вы работать в управе не будете. Здесь имущество, вы отвечаете за это имущество. Они там говорят, мой гараж! Мой гараж, не нарушайте закон полностью. Если вы не боитесь отменить на долгий срок... Нет, вы вскрыли. Он завтра напишет, что там был $1 миллион. Вы имеете в виду? А это? Мы подтвердим. А мы подтвердим. А мы подтвердим. Украли. Украли. Мы подтвердим. Он украл. Все, он что украл. Будет. И вот эти украли. Если вы нарушаете определенные статьи закона, то это уголовное наказание. Да. Ответственность. Вы уголовник. Ночной бандит. Не, мы сейчас это быстренько, сейчас разместим, подождите. А почему ночью? А где закон о тишине? Утром, вы подскажете, где пускай посмотрит наша... Вы представитель жена права. Его, мама, не папа, пусть она смотрит. Пускай как это вся мэрия знает. Как шоу сейчас, кому это нужно? Как он деньги зарабатывает. Послушайте, если у вас есть указания, то вы их выполняете, незаконные указания. Если вы должны прийти на данную территорию, это должен быть документ. Правильно. Документа нет. Здесь посторонние люди с опасными агрегатами. Это что такое? Бомба. Это бомба. Да. Это бомба. А я чувствую глазом воняет. А я хочу закурить, так кошмар. Девочки, 112 звоните, это наше место. Ага, потом 112 приедет. Вот этого держать нужно, за руки и за ноги. Как-то не будем мы закрывать мой гараж. Вот вы же мой гараж скрыли. Куда уходите? Ни хрена себе. Нет, куда давайте уходите? Мы мой гараж закроем. Гуляете? Вас не предупредили, что это мой гараж? А вы я мое имущество что трогаете, а? Ваше имущество. Хочу и трогал. Трогал. Это мое имущество, все. Это моя родина. А ты откуда приехал? Ведите себя корректно. Управский. Да? Точно? Шмырь. Сегодня он здесь, завтра как селезнёк. Споем ночью, трусливо, по подлянке. Селезнёк что сюда не пришел, а? Уже уволен. Пришел бы вам на помощь, да? Так, вы что тут ходите еще? Воняет газом! Воняет, а моя машина стоит, что воняете? Господин полицейский, что здесь происходит? Не знаю, я охрана общественного порядка занимаюсь. А кто вас вызвал? Меня никто не вызывал. А что, вы гуляли здесь, пришли, да? Посмотрите, здесь посторонние люди находятся среди ночи. Проверьте у них документы. Вы уже общались уже со всеми. Давайте меня не грузите. Я грублю вам, да? Вскрывают имущество. Быстрее, чем медленно идешь. Не ел с утра. Ночью. Кушать надо больше. Это делать надо. Ночные дежурства делать надо. Уже это точно честно. А это что, не забрали? Сейчас заберут, у них рук не хватает. По разбору стоит, не знаю, вообще запрещено. Вы закон, пожалуйста, соблюдайте. Вы знаете закон. Воняйте, что не газ. Товарищи полиция, воняйте, что не газ. Здесь, да, газ. Который... Воняет очень. Без описания представителей полиции. И ведется съемка. Вы, как представители власти, должны понимать, они что подкрепление прислали? Никто не имеет права вскрыть без понятых, без описи любое имущество. Нет. Даже если оно находится на территории, которая запрещена. Для официального документа на снос. На снос. Никто не представил из представителей управы постановление либо решение суда о сносе данных гаражей. Вы являетесь косвенными пособниками этих людей. Вот и все, что я хотел вам сказать. Коротко и ясно. Да. Ну, правильно. Вы представитель, но вы такие же, как и мы, люди. Вы имеете такое же право, как и мы. Почему мы на вас рассчитываем о защите, а вы считаете, что, имея такой документ левый, вы можете приехать и находиться здесь? Вот и все. Я вот не пойму вас просто по-человечески. Ну а как? А почему, почему стоите? Почему вы его не пресекаете? Вы их задержать должны были. Они не имеют этого права просто. Я понимаю, что над вами... Есть начальство, да. Понятно. Доложите мы все не грешны, вот мы понимаем, начальство. Что вы заложники этой ситуации. Но вы должны были подойти и сказать, есть закон, строите два понятых, открывается гора под фотосъемку. С описью. С описью. Второе, под фотосъемку.
третий под фотосъемку. И вы тогда сказали бы, да, мы выполнили свою работу. Мы обязали их скрыть так, чтобы ничто не было нарушено. Закон о тишине федеральный нарушается. Они не имеют права работать ночью. Не имеют. Поймите, мы уважать стали вас. Действительно, вы делайте правильно свою работу, но делайте, делайте, но делайте. Нарушители вы, да, обязаны забрать. Если раньше действительно было непонятно, то сегодня мы действительно вас уважаем, мы видим, что вы делаете. Искренне вы идете и вас уважаем. Вы представители власти. Извели ваши сотрудники, не ваши. Опишите, взломаны такие-то, такие-то, такие-то номера ворот. Описание, акт давайте составим, что произошло здесь. Им не велели акт составлять. Как велели? Им велели, им велели молчать. Акт не составляем. Вот-вот-вот. Вы же не закона федерального. Ничего не было. Вы приехали, надо составить. Они сейчас вам законы, знаете, требования. Угу. Они вам сейчас, знаете, что скажут? Не сверху законы. Я знаю, что они вам скажут. А законы требования любого человека. У нас управа уже подменяет законы. Ну, да, вот это охуенно. Вот, взломали мой гараж. Я хочу, чтобы не составили. К вам же тоже придут завтра. Почему вы сломали? Не описали. Почему? И выкинут вас. Вас выкинут, как использованных презервативов. Вы как люди сначала должны понять. Вы обязаны понять. Каждый человек обязан. Ну, точнее, не обязан, а может подать заявление, и полиция не имеет права отказать. Это первый закон, правильно? Вот, пишите заявление. Примите устное заявление, а не устное заявление. Коллективное заявление вы должны писать. И среагировать немедленно. Дайте я скажу, вот 614-й вот этот указ, это управа, на который они ссылаются в своей бумажке, он не может противоречить Конституции. А по Конституции каждый может быть лишен собственности по статье 35, только по приговору суда. То есть никакая мэрия. У нас Конституция, допустим, закон может... прямого действия, а не всякие бумажки липовые, полученные жульническим путем от управы. Здесь главный исправитель. Город это люди. Кто запомните, представитель полиции. А у города жители. Жителям все принадлежит. Вы москвич, молодой человек. Москвич? Вот 50%. Я тоже москвич. Я здесь родился. Здесь умру, наверное. На гаражах прям, да. Города. А вы будете виноваты. Мой дед здесь родился, отец родился. А дед защищал эту родину. Кровь пролил. А вы лезете на эту территорию. Здесь большинство гаражей получили люди, которые воевали в свое время. Здесь половина гаражей — это люди, которые воевали, ветераны. Сейчас ими владеют дети этих ветеранов. Вы что, обалдели, что ли? Вы приехали сносить. Чего вы сносите? Памяти? Не плачьте, не плачьте, молодой человек, езжайте домой, вас все равно выгонят. Верните ворота, я вас не выпущу. Нет, ворота вернуть. Правильно, правильно. Ворота вернуть. Здесь. Я вам еще раз говорю, ворота верните. Еще раз ворота верните на место. Вешайте ворота. Ворота вешайте. На место ворота. Я вам еще раз. На место ворота. На место ворота. На место ворота. Подождите, здесь происходит правонарушение. Милиция помогает бандитам. Она выпустит. Пройдите человеку. Почему он по воротам по чужим прошел? Это нарушение общественного порядка. Задержите его. А какое именно нарушение? Какое? Порча имущества какое? Ворота назад, ворота, приводите. Назад, представитель управы. Распорядитесь, чтобы ваши эти... Ворота, да, приварите. Приварите назад ворота. Давай, я вас не трогала. Давайте на камеру поработаете. Нам приходится, вы же нас не защищаете, поэтому мы с камерами ходим. Работайте дальше. Мы работаем, работайте. А мы не работаем, мы не спим. Работайте. Где наша бравая полиция, которая должна отвечать за порядок? Она их защищает. Она защищает. Я понять не могу. Полиция защищает бандитов. Так называемую управу. А управа им деньги платит, они поэтому или защищают ее. Или людей защищает полиция. В камере. Пыточной? Нет, не в пыточной камере. За что майора-то получить? Сказать, что это незаконные действия сразу. В 4 утра запрещено вообще любые работы производить. Это же фашизм чистой воды. Упражнялись. Ага, в 5 утра. О, в 5 утра. Попади сейчас к ним. Я живу в России, называется. Этот майор. Это новая Россия. Сразу как удостоверение. Пойдет Путину.
письмо будет написано лично президенту Путину. Позвоните Буравину, что вы тут стоите, жметесь-то? Позвоните Буравину, пусть он сюда приедет. Я думаю, что WhatsApp сержант. Не, бесполезно. Да, это там если майор вон стоит, а. Вот, поэтому нам сейчас срочно. Как с людьми нельзя поступать? Мы люди. Ну, в конце концов. ОПГ, блин, управа и полиция. Кошмар просто. Просто беспредел. Полиция у нас под управой оказывается. Так, ну, ребят, где здесь, ну это вообще мы. У меня документ есть. Вон они, Саша, они в 2007 году управа. 1 000 000 рублей им выделила на покупку машин и прочих товаров. Фактически взятку дала. Бюджетных, наших денег. Они... Наших, ну, да. И бездействуют. Ну. Они поэтому и бездействуют. Денег очень хочется. От нас-то что взять-то? На рынок пойдут торговать. А сейчас и рынки закрывают. Торговать нечем. Весь рынок. Весь рынок на Пёхлон. Там его. Да. Представители. А, вот эти пойдут на рынок? Я думаю, вот, полиция вот, на рынок. Майор пойдет. А, вот. Майор. Костюмчик снимет и пойдет. Да. Куда? Нет, в костюме лучше. Она даже не причесалась, побежала на... Ну, конечно, вызвали на подкрепление, на подмогу. Когда там чесать лохмутье. А я не про вас. Не оскорбляет. Это вы нас оскорбляете. Залезли там в карман прямо. Берете с постели и поднимаете. Вы же в карман долазите к нам. За наши деньги. А вы сами откуда будете? Я с Волгограда. С Волгограда? Да. А сейчас что здесь делаете? Вы сами, что ли, да я работаю, даже Кондратин попросили, я работаю. Я а где знаю. Вы работаете? Сам на себя. А что где работает? Сейчас на Лушан броните. А живете тогда где? Квартиру снимаете. Снимаете? Как вы вообще платите, живете на что, кушаете? Что получаю, то и плачу. А вам управа сейчас что пообещала? Вот сейчас вас позвали? Я вообще не знаю. Мне сказали демонтаж. Демонтаж. А что демонтаж? Куда? Демонтаж. А кто вам сказал? Я этого человека здесь не видел. То есть вас где-то нашли по знакомству или как, да? Ну, вроде бы. А баллоны у вас откуда эти? Ничего, девчонки, ничего не могу сказать. Ну это не ваш баллон? Ребята, к нам приехали сносить наши гаражи из Волгограда. Волгограда? Да. Замечательно. Зачем в Волгоград? Что ближе там? Нет никого? Ну вы же не пойдете, вы же сами свой гараж не сносите. Да. Вот Волгоград позвали. Металлический фен. Какие металлические тенты? Где металлические тенты? Ой, бумажка появилась, что ли, да? Это бумажка. А кто подписал? А кто подписал? Селезнёв не действует. Кто подписал? Охотина. Не смешно, ребят, вот не смешно. Вот положа руку на сердце, не смешно это все. Потом придут дома наши сносить, вы тоже будете так стоять? Да! Помяните мое слово. Вы как раз пенсионером станете и придут в ваш дом сносить. Скажут, где бумажка на землю? Нет, вряд ли. Нет. Вряд ли, да? Вы зря сомневаетесь. В 2008 году ракушки снесли, гаражники говорили, это вряд ли, нас не тронут. Ну, ракушник. А гаражи что? Это не имущество? Уже позадавали столько вопросов, но я просто не хочу уже. Тут не задавали. А вы обязаны. Вы при исполнении. Я комментарий вам не обязан давать. Вы при исполнении. Вы представитель власти или нет? А он всегда бегает. Да они не знают, что сказать. Им сказали ФАС, а они прибежали на граждан нападать. Она вот состояние от дома. Вы знаете, состояние здесь какой? В чем он? Кого охраняет сейчас? От кого? Охрана общественного порядка, вам сказали. Вам зачитали, а? От кого вы сейчас защищаете? От кого защищаете? При проведении работы. Чтоб я не проставил, ни драк, ничего. Это что, управа командует всем, что ли? И вот даже ментами командует управа? Я что-то не понял. Но это же не порядок. Ну это как, у вас свое начальство есть. Ну присягу родине давали, а не управе. Вы сейчас каких-то гастеров защищаете от армии до своего. А в 41-го, 4 утра тоже такая... Фильм а что началось. Пришли? На конечно. Родину напали. 4 утра. А как вы в 4 утра приехали? Объявление войны. 4 утра. Да нет, война объявлена уже. Давно уже, да. Ну, это вы только сейчас попали идет. В эту войну. Да. Ей-то охотина, зараза. А мы сейчас пойдем к ней домой. Сейчас мы ей пикет устроим под окнами.